Российские паралимпийцы удивляют весь мир новыми рекордами. Выступление Михаила Асташова на велотреке можно назвать настоящим триумфом. Он завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3000 метров и установил мировой рекорд. Медаль высшей пробы в плавании на дистанции 100 метров брасом принес Андрей Калина. Россиянин Максим Шабуров завоевал серебро в фехтовании на колясках в категории А. А Владимир Сотников получил бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Российская команда не перестает радовать достижениями в различных дисциплинах. А зрители активно поддерживают наших спортсменов, защищающих спортивную честь нашей страны. Все будет хорошо.